Дорогие друзья, доброе утро еще раз. Мы ждали, ждали, и вот наконец-то дождались. Ура! На часах 11:01 уже буквально при мне минута переключилась. И это значит, что самое время нам начинать стартовать день прекрасного начинания конференции «Коучинг в образовании». Буквально через минутку сделаю демонстрацию экрана, чтобы нам с вами взять презентацию. Итак, с большим удовольствием вас приветствую. Постепенно к нам присоединяются новые участники. И я полагаю, что это будет как раз происходить в течение ближайшего времени. Что стоит сказать в самом начале? Во-первых, меня зовут Константин Бороздин. Я в этом случае являюсь продюсером трека конференции «Коучинг для родителей». И, ну, это не случайная история. Во-первых, сначала, наверное, стоит сказать про конференцию. Несколько организационных нюансов, после чего я все-таки вернусь к конференции нашей. Итак, несколько организационных вещей, да, о которых стоит сказать. Я очень надеюсь, что те люди, те участники, которые к нам сейчас присоединяются и кто уже здесь, будут с нами в течение дня. Я уверен, что кто-то выбрал там темы, выступления или людей, спикеров, которые ему наиболее интересны и будут подключаться туда. Здесь мы стартуем с вами день конференции, и поэтому несколько организационных нюансов, о которых стоит, безусловно, сказать. Во-первых, пожалуйста, когда вы подключаетесь, вот сейчас или в другие, любые другие, соответственно, сессии нашей конференции, желательно, чтобы вы написали свои реальные имена. Это носит две задачи, две функции. Во-первых, да, Елена, спасибо большое. Имеется в виду не в чате, а вот прямо когда вы называете себя здесь, вот когда вы вводите на себя в перечне, соответственно, участников, вы нажимаете дополнительно там переименовать и можете назвать свое реальное имя. А вот это удобно, во-первых, когда мы будем с вами в диалоге, будем друг к другу обращаться, понятно, соответственно, к кому мы обращаемся сразу, да, по именам. Это первое. А во-второе, ну, элемент безопасности, да, Zoom. Это открытая платформа, да, поэтому, чтобы мы понимали, что здесь абсолютно реальные, конкретные люди из со всех уголков нашего мира или, во всяком случае, там, ближайшего зарубежья, соответственно, вот из этих соображений это тоже полезно. Вот. Поэтому вот таким образом первое правило. Второе, камеры по возможности включайте, если вы чувствуете, что вы можете спокойно представить себя, вы в вполне комфортных там рабочих условиях, ну или даже дома, но все в порядке, вам комфортно, то включайте видео, потому что так мы понимаем, что мы вот с конкретными живыми людьми, мы общаемся, и вот так вы выглядите, и более того, видно ваше настроение в том числе. Вот, тут Ксюшу вижу, например, Марию, спасибо большое. Видно, что вы улыбаетесь, и, судя по всему, что настрой ваш хороший. А вот. Так, я параллельно принимаю коллег, которые заходят, соответственно, в конференцию. Про камеры сказал. В базе свои микрофоны у вас выключены. Прежде всего для чистоты сигнала, чтобы мы могли хорошо друг друга слышать. Но мы абсолютно нормально относимся и приветствуем, если вы хотите сказать что-то, поделиться репликой, задать вопрос. Вы, опять же, наводите на себя, включаете микрофон и делаете это совершенно спокойно. И, собственно, мы вас услышим, и это здорово, когда вы будете звучать в эфире нашей конференции. При этом у нас всегда в доступе чат. Вы можете писать, соответственно, и здесь ваши вопросы, если вдруг есть какие-то технические ограничения. Либо у вас выключен микрофон,
либо ситуация не позволяет там громко говорить, то вы, опять же, можете коммуницировать с нами и друг с другом в чате, поэтому там можете писать свои комментарии. Причем, знаете, вы можете писать комментарии и в частном порядке. То есть вы, когда заходите в чат, вы можете выбрать адресата и написать конкретному человеку, либо выбрать всех и написать всем. А вот. Да, вот, Нуржан, добрый день. Кстати говоря, Нуржан, а вы откуда? Какой город приветствует? Из Кыргызстана, город Джалабат. Здорово, спасибо большое, рады вас видеть и слышать. Угу. Да. Что еще стоит сказать? Про чат мы с вами обсудили. Ну и, в принципе, задумка такая, особенно не здесь, для родителей. То есть я понимаю, что среди наших участников могут быть и педагоги профессиональные, но важно, что прежде всего адресаты сами родители, и мы понимаем, что коучинг и коучинговый подход может быть очень кстати именно в семье, именно дома для родителей. Лена, с большим удовольствием тебя приветствую. Ура, ура. Рад, что мы сможем пообщаться и увидаться вот в таком ключе, в таком формате. Беларусь, приветствуем. Ура. Что еще стоит сказать на старте? Ну, да, я начал говорить о том, что в основном сегодня аудитория родителей, поэтому нам очень хочется сделать наше общение живым. И поэтому участвуйте активно, то есть мы в меньшей степени, честно сказать, хотим выступать в роли таких суровых, серьезных экспертов, больше хотим выступить такими дружественными партнерами для вас, которые делятся интересным и полезным опытом, безусловно, в коучинге прежде всего, в коучинговой практике. И поэтому совершенно спокойно участвуйте, и мы будем предлагать вам разные практики, и мы будем об этом говорить в том числе на старте каждого вот выступления. И что еще? Да просто, прежде всего, получайте удовольствие от общения с нами в это такой интересный, мягко говоря, год. Встретиться здесь в таком ключе и очень дружественно пообщаться, мне кажется, здорово. Так, я, соответственно, принимаю коллег, кто у нас ждет, кто у нас еще ждет. Все, они уже здесь. Да, коллеги, скажите, пожалуйста, во-первых, ну, сделаем следующим образом. Время от времени мы будем использовать дополнительный такой ресурс технический. Это называется Jamboard. Светлана из Москвы, приветствуем вас, рады видеть. Диана из Украины, класс, класс, ура, мы действительно можем сейчас реально сказать, что мы международная конференция. Я обещал сказать несколько слов, прежде чем познакомимся с одним инструментом. Я обещал сказать несколько слов про конференцию. Я уверен, что многие, кто здесь сейчас присутствует, с конференцией «Коучинг в образовании», возможно, впервые встречаются. Возможно, кто-то в прошлом году был, там, позапрошлом. Дело в том, что это уже 8-я конференция, и «Коучинг в образовании» – история, которая в мире, ну, уже активно развивается. И коучинговая практика становится нормой не только для бизнес-сообщества, но и для образовательного, педагогического сообщества. И здорово, что школы, педагоги, методисты начинают брать этот инструмент, этот подход и делать полезным для себя, для ребят, для деток, для родителей в том числе. И фактически по частной инициативе Натальи Гульчевской. Наталья Гульчевская – это коуч профессиональный, которая является педагогом в династии, как раз-таки приняла для себя решение, что она хочет делиться коучинговым подходом именно с образовательным сообществом. Поэтому в какой-то год появилась эта инициатива «Коучинг в образовании». И фактически 8-й раз уже проходит конференция, и это здорово. И вы видите, что участники с совершенно разных концов России и мира. И сегодня, кстати говоря, у нас будет гость в том числе из Нью-Йорка, Яна Блэквелдер, во второй половине дня уже, ближе к вечеру, поэтому все абсолютно так, как я и говорил. И сегодня у нас день, прежде всего, для родителей, и у нас сегодня классный старт.
Буквально еще несколько слов с моей стороны, вопрос вам, и мы с вами будем знакомиться и с удовольствием слушать, приветствовать нашего первого гостя, почетного гостя нашей конференции, нашего дня коучинг для родителей. И у нас вообще, в принципе, стартовая тема широкая, да, что нам, как родителям, стоит понимать относительно наших деток, да, относительно воспитания. И вот поэтому сейчас я предлагаю сделать вот что. Вам включить микрофоны. Я воспользуюсь таким инструментом. Сейчас буквально полминутки. Угу. Есть такой чудесный инструмент, который называется Jamboard. Это бесплатное приложение Google. И поскольку мы с вами в онлайне, вся конференция в онлайне, у нас нет возможности писать на стикерах на бумаге, но есть вот такая программа. Поэтому вы в какое-то время узнали, что предстоит конференция, вы захотели в ней участвовать и делаете это. И вот скажите, пожалуйста, круто, если вы это сделаете прямо устно, живьем, голосом, чего вы же ожидаете от конференции? Поделитесь, пожалуйста, а здесь вы увидите, как я оперативно буду писать за вами, и будут появляться стикеры. Включайте микрофон и скажите, пожалуйста, чего ждете от конференции «Коучинг в образовании» и нашего дня «Коучинг для родителей». Расскажите, пожалуйста. Включайте микрофон, не стесняйтесь. Либо, например, вы можете написать свои ожидания в чате, вот. Либо сказать устно. Наталья, слышу, что вы включились. Да, Константин. Информацию о пути. Я работаю методистом в институте, а также в воспитании моих собственных сыновей и, очень надеюсь, будущих внуков. У меня очень большой опыт педагогической деятельности, поэтому я надеюсь, что я сегодня увижу с двух сторон информацию и как родитель, и как педагог. Благодарю всех. Наталья, спасибо большое вам за старт. Собственно, мы с вами опробовали механику. Видите, в том числе здесь появился стикер. Дарья, вижу ваш текст. Хочу применять коучинговые техники в работе с детьми. Хорошо, я сейчас прямо размещу этот стикер здесь. Это буквально занимает очень короткое время. Вот так вот. Коллеги, кто еще готов поделиться? Буду рад услышать вас, будем рады все. Включайте микрофон, говорите, какие ваши ожидания от конференции от сегодняшнего дня. Что скажете? Можете опять же писать в чат, если вы понимаете, что есть сложности технические, либо есть какие-то еще ограничения, можете написать ваши ожидания в чат. Кость, привет. Я пока не могу включить видео, но я готова поделиться своими ожиданиями от сегодняшнего дня. Да, Светлана. Ага. Знаешь, мне интересно было бы послушать конференции коллег, и я хотела бы обогатиться этими знаниями, потому что я всегда знаю, что у коллег много интересного опыта, и сегодня явно это будет какая-то коллаборация и новые идеи. И я надеюсь получить еще один новый взгляд на решение вопросов своих. Спасибо большое, Свет, тебе. Новый взгляд. На решение вопросов по отношению к детям, да, в коммуникации с детьми и, может быть, даже какую-то новую идею. Да, спасибо тебе большое. Записал и, в общем, сохранил. У нас появился еще один стикер. Благодарю тебя. Есть комментарии здесь. Жду новые идеи, интересные мысли, вдохновение для работы. Спасибо, Галина, вам. Буквально полминутки этот стикер тоже появится. Даже не полминутки, а меньше. Ага. Сейчас Лена пишет, сейчас в процессе воспитания 10-летней дочери и в процессе становления своего коучингового пути, поэтому сегодня здесь для того, чтобы интегрировать еще больше коучинговых философий и инструменты в жизнь. Ага, благодарю тебя.
Я прямо вот эту фразу красивую запишу. Угу. Есть. Для меня как родителя, меня зовут Александра, важны тоже техники коучинговые для воспитания детей 7-3 лет. Я не педагог, я просто родитель. Спасибо большое. Инструменты для воспитания ребенка 3 лет? 3-7 лет. Коучинговые техники. А ребенка 3-7 лет. Окей, спасибо большое. Записал. Есть такое. Появился этот стикер. Угу. Окей, окей. Добрый день. Можно Добрый. Сказать? Мне бы хотелось стать тем ресурсным взрослым для детей своих, для коллег, для угу. друзей и применять как начинающий коуч технологию во все сферы своей жизни. Здорово вы сказали. Спасибо, Мария, вам. Стать ресурсным взрослым. Угу. Благодарю вас. Ну вот, смотрите, у нас здорово наполняется наш флипчарт, есть ожидания. И вспоминайте, пожалуйста, про них в течение дня. Вот. Благодарю вас. Есть ли еще какие-то реплики, если вдруг я не заметил чего-то, сейчас увижу в чате. Воспитание детей разных возрастов, 18, 16, 9, 3. Ирина, правильно понимаю, что у вас есть 4 детей вот этих вот возрастов? Вот Ксения пишет, спасибо большое, мне кажется, очень актуально, если вы родитель подростка, как понять своего подростка, да? Очень хочется понять своего подростка. Абсолютно резонно, справедливо. И этот стикер у нас здесь тоже появляется. Окей. Так. Угу. Достучаться до него. Ну, посмотрим. Вопрос в том, чтобы достучаться до него, либо найти, не знаю, какие-то другие инструменты, подходы, чтобы формулировка выглядела несколько иначе. Ну, в общем, для этого у нас есть вот этот день в распоряжении. Я надеюсь, что вы будете получать ответы на свои насущные вопросы. Я на это тоже, безусловно, рассчитываю. Угу. Ирина-то из Сургута пишет. Я понял, о какой Ирине идет речь. Ира, привет, рад вас видеть и слышать. Посещали вместе с мужем тренинги в Сургуте. Это очень круто. Я вас благодарю за ваше активное участие. Ну что ж, мне кажется, что мы сделали хороший старт. Мы увидели в работе вот такой вот инструмент, к которому, наверное, будем время от времени обращаться сегодня еще в течение дня. Ольга пишет, добрый день, работаю с педагогами, очень важно узнать инструменты, которые можно использовать в работе, услышать опыт. Да, благодарю вас за запрос, и как раз, наверное, именно для этого будет выступление Натальи Сусловой, как раз прежде всего для педагогов, поэтому это отдельное конкретное выступление для этого контекста, но я уверен, что и другие выступления будут не менее полезны. Ну что ж...